Снега выпало больше, чем ожидали. Город сегодня снова оказался к этому не готов. Утренние осадки создали пробки на дорогах Архангельска. Это стало поводом для разбирательств в городской администрации. Там провели совещание. Отдельное внимание уборки дворов. Там ситуация не улучшается. Жители по-прежнему жалуются на безответственную работу управляющих компаний. Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь к расчистке дворовых территорий как можно больше техники. По дорогам, значит, у нас чистится как первая, вторая, третья категория, так и внутриквартальные проезды вычищаются. На внутриквартальных проездах 8 единиц техники на текущий момент находится. Со стороны департамента транспорта будут проведены работы по усилению чистки внутриквартальных проездов. Если у вас есть претензии к работе управляющих компаний, коммунальщиков или к представителям Плесецкого дорожного управления, ответственного за расчистку центральных магистралей и тротуаров, можно жаловаться в округа или сразу в департамент городского хозяйства.